Добрый день! Сегодня мы находимся в Воронежской области, Верхний Мамон, на мероприятии, которое будет называться «День пахаря». И демо-показы будут. Это «Карбон», «СКР» и компания «Ресурс Агрострой», город Краснодар. Два 4-метровых агрегата увидим в сравнении. Вот наглядный пример, как работает агрегат «Ресурс Агрострой». Вот и подошли к концу наши испытания двух агрегатов. Дело выбора за вами. Кому отдать свое предпочтение? Значит, что он делает? Делает он вот что. Вот что он делает. Это ваш любимый лемкин всеми. Здесь вообще жесткий гребень. Глубины нет, в принципе, вообще.